Приветик, не спящие, все остальные любители классных треков. Оп. Ну что, поехали дальше. Ресторим нашего 1-2-3 и вперед в путь из песней. Так, и знаете, я, наверное, все-таки поиграю пока что со своими треками, потому что настроение у меня такое сегодня. А, ты требуешь перезапуска? Серьезно? Что? Хорошо, ладно. Перезапуск так перезапуск. Почему бы и нет? А где она? Илона АО нашел. Нашел ее. Ну, а пока загружаемся, расскажу вам, что случилось нового. Нового случилось ровно нихер. Да. Что-то важное собирался сказать, но забыл. Она уже голодная. Она прошла, понимаете? Она прошла три клетки, и все. Смерть. Вернее, голод. А где-то здесь была скорость перемотки. Где-то была скорость... Вот здесь была скорость перемотки, автотерн спид аист. Почему бы и нет? Но в остальном вроде порядок. Так. Ублю. Дина нас грохнет, походу. И вот мы опять в смертельной ситуации. В общем, этот перформер... Этот маленький ублюдок, похожий на клоуна, кинул в нас камень. Да так сильно, что пробил, видимо, ей башку. Или грудь. Потому что у него уже половины хп нет. Бежать — бесполезно. Что-то юзать — бесполезно. Это смерть. Это не выжить просто. Он сейчас забросит нас камень, она не увернется, и смерть. Все. Поэтому мы бежим отсюда нахрен. И заходим заново. О, ля вампирьё. Ау. Ноль хп. Ноль хп. Ноль хп. Ну, это какой-то трындец просто. А она еще и уснула. Но это точно смерть, потому что она сейчас проголодается до смерти и умрет. Спасибо, игра. Очень круто. Прям пушечно, я бы даже сказал. Офигительно просто. Зашибись. Где еда, вообще никакой еды совершенно нет. Все, у нас осталось 38 ходов. Если мы за них не найдем еду, а мы ее не найдем. Ей хана. Еда! Вау, еще еда. Ну, в принципе, перформер и так сказал, что нечего шататься по лесу. Вот тебе камень вхлебало. Надо найти хавчик. Да что ж ты какой... Только стой, тварь. О, Поушен. Даже сердечко свое оставил. А Поушен что дает? В смысле выпить что? Все ли скорости? Ладно, оставлю. Хрен с ним, пусть валяется. Съем. Так, я вот все думаю, а зачем нам вообще эта вампирская обилка? Ну, прикольно, да, можно жрать людей, и не только людей, а вообще все что угодно. Но на этом как бы все. То есть никаких бафов, плюсов мы ни хера не получаем от этого. Мы просто получили третий кулак. Причем фиксированный и зависимый от Декса. Зачем? Мы не лечимся этой хренью. Мы вообще ничего от нее не получаем. Кроме обоссавшихся пауков. Так что я как-то даже не уверен. Нам жопа. Хотя игра говорит, что возможно мы победим. Хотя справа от нас демон. А мы еще и голодные.
И это говно проиграло. Отлично. Мы живы. И мы будем искать еду здесь. О, хавчик. Жрем труп крысы. Нужно жрать больше. Ну, очевидно, да. Только кто бы дал мне больше. О, хавчик. Ля-ля-ля. О, хавчик. Хорошо. Зашиби. Еще хавчик. Ты ж. Что ж ты делаешь-то? Игра заманивает. Что, простите? Гоблин кастует какое-то заклинание. И немножко лечится. Я тебя все равно съем. Маленький лечащийся ублюдок. Так, бам. Бам. Вот этот данж, он, насколько я помню... Это самое. Не уху, а не респавнится. И сохраняет свое состояние. И это, несомненно, прекрасно. Правда, здесь есть невидимые враги. Что не очень прекрасно. Но я вроде нашел наши вещи. А нет, это не наши вещи. Некроманнуал. Подождите, я его читал или нет? Шахматы наскучили. Некромантия также... Быстро было, стало забытым искусством и не просто так. Так что я, возможно, тебя чему-то научу. Да, это я читал. А это что? Какая-то открытая коробочка. В общем, лут пошел нахер, да? Прилетел лут куда-то. Ну и ладно. Ой, не страшно. Есть палка. Так, давай, ты не будешь меня кусать. Хорошо, что это не лосс. Иначе пришлось бы начинать сначала. А я не люблю начинать сначала. Сожрем одуванчики. Ой, ладно. Ну и не надо. О, крабик. Сожрем крабика. И гоблина. Летающий глаз, и бабочку, и коня. А где еда? Видимо, еды не будет, ладно. Еще какие-то магические цветы, которые мне нахрен не вперлись. Кролик, здравствуй. О, скелетон, нифига себе. А их раньше вроде не было. Выглядит сильнее, чем вы. Ну, я тогда рисковать даже не буду. До свидания. Нахер надо? Река, а не фонтан. Давай еще раз. Опять никакой еды. Да что ты будешь делать? Так, тут за какие-то взрывающиеся крысы. Я, наверное, это, я пойду, пожалуй. Что за место вообще? Как не зайдешь, все время какая-то херня происходит. То крысы взрываются, то скелеты вылезают. Куда я попал-то? Это Илона вообще? Что это? Генератор случайных чисел? Какие-то овцы. О, да. Ну, мы хотя бы похавали. Мы хоть и голодные, но мы хотя бы похавали. О, великолепная местность. Просто пушечная. 10 местностей из 10. О, сердечко. Или запчасть какая-то. Ах, ты скотина! Как я ненавижу этих сраных перформеров. Они такие... ублюдские. Да какого... Ах, фу ты... Сраный торговец. Да-да. Очень интересно. Ну все, началась голодуха. Сможем ли мы дойти куда надо? Что-то я сомневаюсь. Ну ломай, раз не можешь открыть. Попробовал я в эту игру поиграть на геймпаде. И стоит отметить, что мне понравилось играть в нее на геймпаде. Было довольно прикольно. Правда, не весь комплект кнопок доступен на геймпаде, но... А...
целом прикольно. То есть основной функционал вроде как поддерживается. Знаете, ходить, что-то там, подобрать, открыть, ударить, это все есть. Но вот книжку просто так прочитать уже не получится. Слишком мало кнопок. А что у меня в карманах? Какие-то книжки, некоторый мануал, карточная игра. Что? Мануал карточной игры? Что это? Это карточные бои. Ага, ага. Стань королем игр, да? Да, обязательно. Я, пожалуй, отнесу это говно нахрен обратно, как мы с голоду не сдохли. Жалко, конечно, что говно. А-а-а, голодуха. О-о-о. Походу, мы это говно не унесем. Мне начинает потихоньку надоедать такого рода херня. Потому что игра не дает играть в себя вообще никак. Серьезно. Ты залетаешь на уровень такой: ха! Сейчас я всех съем! Приходит перформер, кидает в тебя камень, и ты умираешь. Где баланс? Это, что это вообще? Это не баланс, это не смешно, это не играбельно, в конце концов. А качать новую версию я не хочу. Там есть версия поновее, 1.21, по-моему, она. Ой, вернее, 2.12, пардоньте. Но, как бы, а, не хочу. Опять там что-то качать, что-то ставить. У Илона еще проблема с локализацией, потому что она на японском изначально. Как известно, игры на японском даже с переносом на английский довольно сильно страдают. При том же самом переносе что-то не работает, что-то работает не так, как надо. А иногда даже сраные текстовые файлы на японском переводятся в кракозябры. Это просто великолепно. Это так великолепно, когда ты заходишь такой: о, сейчас я поставлю новую классную игру, мы поиграем в нее. А игра тебе такая говорит: нет, извини, там какие-то файлы странные, я не буду запускаться. Ну да, да. Что это? О, это орешек. Крыса. Я сказал орешек. Так, мы похавали орешек, нас стошнило и стало еще хуже. Спасибо, игра. Я съем другой орешек. Я съел орешек. Но лучше не стало. Это смерть. Снова. Ладно, хоть лута нет. Как жить-то в этом говне, а? Засада еще какая-то. Мыши летающие, летучие твари. Что происходит? Почему я кого-то ем? Летучая тварь не хочет умирать, да? Но хочет быть поближе ко мне. Что удивительно. Место теплое, пригретое. Тем более, вернее, тем более она у нас по прозвищу Бесконечный секс, так что, как бы, очевидно, к ней поближе будут держаться всякие летающие ублюдки. О, здравствуйте, возможно, вы победите. The Grudge. Что это вообще? Давай, иди сюда, говно. О, да, я, возможно, победил. Ага. Как я ненавижу эту игру. А, с нас еще деньги стрясли. Это замечательно. Прям великолепно. И сразу засаду на следующем ходу. Ладно, хоть это была всего лишь одна летучая мышь с улиткой. И, видимо, сговорились и решили грабить прохожих, но нарвались не на того прохожего. Ну, здравствуй, смерть. Сколько лет мы с тобой не виделись. Хотя,
И не факт. Крабик! Ом-ном-ном. Так, что еще есть из съедобного? О! Отлично. Мы перекусили. О, еще хавчик. Вообще шикарно. О! Здрасте. Мне тут надо срочно кое-кого грохнуть. И крысу тоже грохнуть. Тебя тоже грохнуть. А когда у нас будет прокачка? Где-то... А, вижу. 5300. Еще не скоро. Мышь! А, меня ударила мышь! Скотосволочная мышь! Грехана мышь! Все, я пошел отсюда. Так, мы здесь тусуемся. О, что это? Иди сюда, облачко. Я тебя съем. Тебя в ад отправлю. Гребаная улитка. Надо было ее прозвать не бесконечный секс, а отправитель в ад. Ом-ном-ном. Ау. Он у нас деньги украл, да и пошел он нахрен. Ага, что, за добавкой вернулся? Че я деньги вернул? Ух, ни хрена себе. Возможно, вы победите. Знаешь, я что-то сомневаюсь. Я, пожалуй, пойду лучше. Опа, данж исчез. Черт, вот это подстава. Ладно, у нас есть другой данж, этот не исчезнет. Наверное. Че-то тут темно. И водичка. Ладно, попробуем выжить здесь. Что у нас есть? Выглядит слишком сильным. Хрен победишь. Все ясно, все. До свидания, я собирался сказать. Я, но не успел, видимо. Хреновый данж. Пойду искать другой. Но там есть данж для новичков, я думаю, мы туда пойдем. Голодуха, голодуха. И сюда свинка. Вернее, противник. Это что? Я что-то подобрал. А, кровь улитки. Ну, да, да. Гнол, это же ты. Он не хочет со мной драться, поэтому пусть себе спокойно идет. Видимо, меня боится. Ну, что-то как-то тут нихера нету. О, мне дали еды. Мне дали еды. Игра дала мне еды. Великолепно. Хоть что-то. Ну, правда, ее хватило всего на два хода. О, тут еще и камнеметчик. Не, я, пожалуй, пас. Этот гребаный камнеметчик сейчас мог дело наворотить. Ну его нахрен. О, гнол. Иди сюда. А, это кобольд, извините. Да. Это не гнол. Гнол немножко по-другому выглядит. Хотя и не факт. Ну, еды здесь один хрен нету. Зато есть курица, которая обоссалась из-за страха. Очень страшно ей было. Это еще что? Возможно, вы победите, зомби. А-а-а, до свидания. Так, кабанчик. Не гори. Хотя, ладно, гори. Жареный стейк вкуснее, наверное. Так, крыска, иди сюда. Мне нужен орешек. Где ты? Тебе не хватило, да? Решил вернуться. За остальной частью денег. Ну и, между прочим, зря. О, я вижу еду. Жрем. И уходим. Я почти добрался до странного данжа. Для новичков. И как меня задолбал этот сезон дождей. Почему она в сезон дождей ни хрена вокруг себя не видит на глобальной карте? $5.66. Ну, мы так будем очень долго качаться. Просто невероятно долго. Что? Про канала. Ну, знаете, это вот сообщение... Случилось что-то плохое, но вы этого избежали. То есть, по сути, не случилось ничего. И ты такой, ну ладно, круто.
Наконец-то я добрал. Да. Он генерируется рандомно. И я надеюсь, здесь не будет такой жопы, как было раньше. Dungeon Guide. Ой, какой великолепный гайд. Ищите секреты данжи, и тогда отправьте золото по адресу Spelunkers Monthly Scrolls. Отправляю. Лови. Ну, слушай, вроде норм. Жить вроде можно. Правда, они там друг друга убивают. Но я думаю, как бы... Мне-то что? Я убью его одним ударом или нет? Ха! Прикольно. Так, мне важно просто подлечиться. Хорошо. И полутать вещи. Невидимых упырей здесь вроде как нет. Зато есть видимые и ловушки. Так, а можно тебя как-то обезвредить-то? Видимо, нет, да? Надо прям зайти в нее. Все, ты попался. Так, шлем. И твищи. Что-то сломалось, кажется. А, у нее же две головы. Вообще шикарно. Два шлема, две головы. Стрелять, правда, нечем. Зато у нас есть болты. О! Пояс можно сожрать? Жрем пояс. Чё вообще речь? Пояс можно сожрать, жрем пояс. Все. Какие вопросы? А, так вот кто дрался. Эй, Джонни. Хавчик. Хавчик я так съем. Ой, ее стошнило. Ну вот, тут еще есть один труп. О, с этим нормально. Так, ладно, лучше трупы, конечно, не жрать. Свиток. О, какая-то дорогая книжка заклинаний. Ну, я их, наверное, идентифицирую и продам. Наверное. Посмотрим. Честно говоря, я очень сильно сомневаюсь, что они стоят дороже 50, а 50 этот на идентификации в магазине. Инвентарь заполнен. Хреново, что инвентарь-то заполнен. Как же нам быть? Тут еще столько вещей неполутанных. Лошадь вот ходит. Ладно, пойду так поищу что-нибудь. Кролик. А это что? Каска. Бутылка с чистой жидкостью. Ага. Прикольно. Яд. Кстати, можно ядом кидаться. Я только не помню, на какую клавишу кидаться. Но можно. Да, есть такой функционал. Так, ну смотрите, мы можем все это добро сейчас отнести. Но если мы отсюда выйдем, все это реситнится. И будет жопа. Свиток телепортации и свиток магической карты. Это две вещи, которые надо забрать. Хотя... Зашибись, телепорты! Телепорты просто высший класс! Ударить что? Убьете воздух. Там стена! Твою мать! Ладно, а что остается? Читаем свитки, спелбуки и вообще... Оп! Отлично. Мы выбрались из жопы. Ну, своеобразный, конечно. Ули, это хорошо. Лошадь, да я тебя съем, а? Все равно здесь больше нет никого почти. Ну давай магическую... А, понятно. Ладно, хрен с ним, мы уходим отсюда, я надеюсь, мы сможем выжить сейчас в этом ужасном, кошмарном, отвратительном мире. Нам направо, женщина, направо, это в другую сторону, что ты делаешь? Хватит танцевать вокруг деревьев! Ой, как вовремя я нашел орешек. Как вовремя ее стошнило. Спасибо, игра, что пытаешься убить персонажа. У тебя это очень хорошо получается, потому что
Потому что ты это буквально сделала только что. Весь лут сейчас полетит в говно. Круто? Круто. Заживись просто. Что сделаем напоследок? Все равно этот лут сейчас исчезнет. Прочитаем, наверное, книжку. На. О, как я ненавижу всю эту хрень. А, ну да, еще одна смерть из-за того, что ей надо спать и жрать. Клево. Я вот чего думаю. Может быть, версии 1.12, о, вернее, 2.12, они починили этот сраный голод, а? Ну, а вдруг? Мало ли. Знаете, как мы поступим? Я сейчас пойду. Скачаю новую версию. Ну, чтобы было ок. А пока поиграем в эту. Вот. Тикс. Эть. Ну, есть ли смысл? Есть ли смысл выходить на глобалку, если она все равно сдохнет? Как по мне, особо нет. Но, да ладно. Наконец-то более-менее нормальное время наступило, когда из мобов падает больше лута. Вроде бы. И вот насчет экспы я не уверен. Но, по-моему, лута должно падать больше. А это значит хавчик! О, нормально. Что-то из овцы ничего не выпало. Из этого ублюдка ничего не выпало. Бабочка тоже ничего не оставила. Ох, ни хрена себе. А мы сможем? У нас получится? По-моему, он не агрессивный. Ты агрессивный? Вы можете убить его закрытыми глазами. Ага. Да, по-моему, это он может убить нас закрытыми глазами. По-моему, эта игра мне врет. Знаете, самую малость. Чуть-чуть. Где там ссылка на 2.12-то? Ага, учим японский. А сюда, ага, 2.12, нашел. Чпоньк. Все. Что, простите? 2035-й? Это точно время? Вернее, дата. 2.58. 8.21. А что за 2036, 2035? Ага, это количество постов. Просто год не указывается. Великолепно. Просто великолепно. Вероятно просто. Давайте почитаем последний пост, кстати, по-быстрому. От 8.16. То есть... А вот когда он был сделан? 8.16. Это когда? 12.04. Так, кто расшифрует эту великолепную дату? 2036.08.21.11.11. Это определенная дата. Но какая загадка. Ну и ладно. Ну и пофиг. Скачайте мне версию игры. Да, скачать. А я пока переведу эту хрень. Посте. А у вас тут как дела? Надо передохнуть. Определишь сам. Можно мне на английский сразу? Чтобы было отлично. Так, и чё там? Чё там? Переводи, давай. Давай. Я пока... Кивчик... Анпакнул. Куда-нибудь сюда. Распаковать здесь. Так, мы разрабатываем LLM Plus, бла-бла-бла, бесплатная игра. Ага. Тра-та-та. Понятно. Ну, они разрабатывают
игру. Все. В принципе, такое вот у них сообщение. Где? 2.12. Я тебя вижу, 2.12. Это очень хорошо, что ты существуешь. Так я тебя скопирую. Так. 2.11. А сейвы, они здесь. Ага. Угу, понятно. Ладно, попробуем копипастнуть. В прошлый раз не проканало. Надеюсь, раз в этот проканает. Ииу. Скорость сразу падает. А вот тут начинает расти. Оп. Нормально. Так, сейвы из 2.11. Переносим в 2.12. Заменить. Пофиг. Сказал продолжить. Давай. Скорость растет. Давай. Ну, я вам это показывать не буду. Мы просто сейчас игру с вами перезапустим, да и все. Какие странные пики тут невероятные рисуют мне. Все. Давайте в новую версию. Новая версия Элоны не запустилась. Она отказывается запускаться. А, нет, все ок. Ну да, конечно. Это же Элона. Она взяла меня и отрубила нахрен микрофон. Где этот сраный микшер? Заткнись нахрен! Как я ее ненавижу на старте. Так, авто... Ну, пад, где ты, тварь? Я тебя найду. Во, автономлок. Скотина. Вот так-то лучше. Текс. Скрин рефреш. Ну понятно. Хайс, да. Рандомные ивенты, пофиг. Тут вроде все. Не, почти все ок. Нетворк. Похер. Там норм. Да, отвали. Перезапуск. Так, да отстань. Все, у вас работает, у меня работает, окей. Ах, ну поехали обратно. Ага. А, и чего? Игра сказала апдейтинг ваши сейф-файлы и закрылась. Отвянь. Восстанавливаем. Вы издеваетесь, что ли? Ага, то есть, как вы и хотели, начинаем сначала, причем с самого. Ну и ладно, ну и не надо. Сейчас я тогда снесу нахрен. Отвали ты. Сейвы тогда, раз они нам не нужны. Какого хрена игра закрывается? Обожаю. Давайте вот это снесем. Удалить? Да. Действительно удалить? Да. Игра закрылась. Обожаю. Попробуем еще раз, и если не проканает, я просто вынесу папку с сейвами, потому что мне это надоело. Да. Удалилось. Все, окей. Шикарно. Я зря это сделал. Ладно. Пофиг. Все, никаких сейвов нахрен.
Начинаем заново. Так, нашего персонажа будут звать Самурай, просто потому что. Прошлое его останется в секрете. Наш самурай будет, ну... Будешь мутантом. Переименовывать расу я не буду. Будешь женщиной-мутантом. Будешь еще в довесок и предатором. Кышник. Поменять название класса? Нет. Так, ты у нас будешь уметь готовить. Вот неплохой показатель силы со старта мне дали. Парируем. Мне нужна хорошая декса. Какой там максимум вообще? Ну, судя по всему, 13. О, нормально сгенерировалось. Угу. Ну, Constitution не страшно. Perception 7. Вряд ли будет больше. Нормально пойдет. Так, что ты можешь? Супер Аксель. Мы очень быстрые. Магический ген. Получаете ману, используя генетические манипуляции. Ну, извините, чего нет, того нет. Додж обязательно. Да, в принципе, нам здесь больше ничего особо и не надо. Наверное. Натуральный лидер. Фигня. Джитсу. Может быть, кстати, может быть. Драться-то мы будем руками. Хотя, с другой стороны, зачем? Не, нахер. Improved Dodge. Все. Портрет замечательный, прекрасный. На чем мы будем играть? Normal, Loss. Когда жизнь всего одна. Овердос, но это изимут, натурал. Так. Abnormal. Еще один хард мод. Нельзя загружаться, сохраняться. Бла-бла-бла. Счет умножен на 20. Ага, понятно. А это что за режим такой? Если вам нужен баланс, не выбирайте этот режим. Очевидно. Ну, будем играть на натурале, наверное. Все, замечательно, прекрасно, поехали. Как ее будут звать, догадайтесь. Да-да, приплыли на лодке и бла-бла-бла. Кого это вообще интересует? Ну кого? Да никого. Ей. Смотрите, гайд, как получить много вещей на старте. Все. Completed, твою мать. Так, мне нужна кирка вот эта. Мне нужна другая кирка. Вот эта. Мне нужна эта книжка. Надо ее прочитать. Все, она теперь заидентифицировалась. Вот это надо забрать, и это надо забрать. Это надо открыть, а там пусто. Ну и не надо тогда мне эту хрень открывать. В холодильнике тоже пусто. Ну тогда можно отправляться в путь, в принципе. Вверху даже в руки взять не дают. Скиллов нет, так что понеслась. Да-да-да, отстань. Зато мы теперь можем ходить в город. И у нас почти все ок. И мы можем, кстати, на большие дистанции перемещаться и не голодать в какой-то веке. Кто будет нашим питомцем? Ну, конечно, маленькая девочка. Что тут выбирать-то? Я даже переименовывать не буду. Все равно сдохнет. Наверное. Да, нам надо. Куда нам надо? А что у нас есть вообще? А, мне две кирки продать надо. Слышь ты. Мне надо продать тебе две кирки. Нет, по голде я тебе точно их не продам. Я лучше себя оставлю. Что за квесты тут есть? Что даете? Что есть? Harvest time. О, охота. Отлично, это как раз для нас. Все, понеслась. Курочка, стой. Очень меткая курица. Мы живы, да?
кто ж нас не убивает? Ну, девочка, в принципе, справляется со своей задачей, так что я просто по возможности побегаю. Не буду ей мешать. Или буду. О! А, да, это же квест был, точно. Что ж, очень жаль. И девочка сдохла. Ну вот. Теперь придется выполнять работу самому. Грустно. Ладно, хрен с вами. Я пойду. Покачаюсь. Здесь. Нас похоронил кролик. Нас похоронил сраный... Ладно. Этого не было. Никто этого не видел. Курица, ты стой. В смысле? Да идите вы нахрен! Что за фигня происходит? Какого хрена нас насилует петух? Какой-то жалкий. Ты что такое? Что это? Орк. До свидания. О, улиточка. Улиточка, это хорошо. С летучей мышью можно даже и не пытаться драться. Наверное. Иди сюда. Не хочешь? Я сам подойду. Наверное, он нас убьет. Если попадет. 26. Ха, мы побеждаем. Надо же. 19, 22. Level up. 22, 23, давай. Ура! Победа! Итак, что мы можем прокачать? Increased melee damage. Ну, подождет пока. В принципе, нам это не надо. Готовка десятка аж. Летация, лонгсворды. Безоружным драт. Да, да. До двенашки нормально будет. Фитцев нам пока не дают. Их вроде дают только на пятом уровне. Вроде каждые 5 уровней их дают. Съем орешек. О! Убьет ли он нас? Давайте на безопасном расстоянии драться. 14. Ха! Ха-ха! О-хо! Ну, топор этот я продам. Если дойду. О! Как вовремя ты появился. За единичку ты хочешь топор? Серьезно? Не, дружок, так не пойдет. Вот за полтос забирай книжку. А за единичку я тебе ни хрена не продам. Ты что, охренел? О-о-о! Я ему продавал за 50, а он продает ее обратно за 500. Ну да, ну да. Честно. Так, что мне надо? Че я приперся-то? Мне надо распознать кирку. Ну, такой вот она человек. Ну, не может она сама распознать кирку. Берет кирку и говорит, а это не кирка, это какая-то палка с железкой. Хотя, и не факт. Платиновых монеток все равно нет. Идентифицируй кирку. Ну, понятно, кирку она не может идентифицировать. Тоже, видимо, какая-то магическая кирка. Зато она может идентифицировать сраный топор за полтинник. Можешь ли ты восполнить мои потери? Не может. Этот топор стоит 2 монеты. Я так не играю. Это нечестно вообще. Ни разу. Ты за сколько купишь топор? Тоже за 2? Вы что, издеваетесь, что ли? Я потратил на это 50... Ладно, забирай. Он мне все равно не нужен был. Вот зато кирку этот за 16 забирает. На, не нужна она мне. Кстати, нам же дали котелок. Мы же можем теперь в котелке что-нибудь делать. Прикольно. Но я все-таки пойду качаться дальше. Ой. Че это он в ответ дерется? Раньше такого не было.
Сломанный меч, спасибо, не надо. Не, только не ты. Ты меня не видел. О, а ты опасный. Легкий бой. Ну, попробуем. Смотри, правда. Легкий бой. О, это замечательно. Нет, нет. Стой! Да... Возможно, вы победите. Возможно, я победю. Побежу. Выиграю. А! Он оставил сердечко. Он оставил свое сердечко мне. Еда. Это прекрасно. А, вы переели. Ну, зато я теперь с красной бабочек догоняю. И жрать надо не так много. Крыска. На. Где ж мой третий уровень? Еду лучше собирать, наверное, так-то, раз она ее есть не хочет. Воу-воу. 5 хп. Кролик пока какой-то слишком бронированный. Ё-моё. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ты меня не видел. Ты меня не догонишь. Кролик. Бронекролик. Давай мы с тобой сразимся еще раз. 28. А я его убил. Ладно. Был какой-то странный кролик. Ты насколько живучий? Это будет... А, это будет нелегкий бой. Я тогда пойду. Оп. Ты насколько прочный? Нелегкий бой, нет, спасибо. Я тогда пойду дальше. Надо хотя бы чуть-чуть прокачаться, чтобы можно было выполнять квесты с зачисткой. Ты опасный паук? Ты опасный паук. Я тогда пойду. Куда-нибудь, где менее опасно. Где есть летающие сволочи, которые умирают с одного удара. Не надо в меня плевать своей паутиной. Я и без этого могу обойтись. Ауч. Руда. Кстати, сколько стоит руда, интересно? Пойду проверю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Кто покупает руду у вас? Ты, наверное, покупаешь руду? Наверное, покупает. Где она? Сок руды, единичка. Ну, значит, ты не покупаешь руду. Кто здесь покупает руду? Кто тут местный... Кузнец. Живет в траве, скачет. И всякое такое. Ага, понятно. А ты? Торгуешь, да? Ну-ка, ну-ка. Руду покупает за единичку. Нет, спасибо, я пойду поищу кого-нибудь еще. Кто-то из вас торгует. Ты? Не ты. Ну и хрен с тобой. А ты? Понятно. Ладно. Тут едой торгуют. Отстань. Да отстань ты. Да... Пристало. Оно спит. Не будем будить человека. А тут кто живет? Что-то сожрал. Что это за место? О, ты что-то продаешь и покупаешь руду за единичку. Кто бы сомневался. Жуки! Нет, спасибо, это не для меня. Ой. А где хоть кто-нибудь, кто купит это говно? Опа. Заинтересована в обмене. Ой, вещи прикольные, но в другой раз. Я могу, в принципе, рискнуть. Наверное. Кстати, здесь где-то жила местная швея. Это один из них. Либо этот, либо вот этот. Которая одежду шила.
Вернее, шил. Может быть, он купит, хотя вряд ли. О, кстати, сюжетные квесты. Да. Путиц. Недавно, когда я... Wake in, может, wake up. Когда проснулся рано утром, мои игрушки были пожеваны, что? А, каждое утро, когда просыпаюсь, мои игрушки оказываются пожеваны. Так что я спряталась и просто наблюдала. И знаешь, что я выяснила? Утиц жрал моих плюшевых друзей, вернее, мои игрушки. Я уверен, они, их еще было много, залезли в мой дом через окно. Не обращайте внимания, просто это для вас. Ролик доступен в любое, почти, вернее, почти в любое время, а вот мне надо записывать все это говно ночью, да. Так, залезли через окно. В соседский дом? Не мог бы ты от них избавиться? Да, конечно. Замечательно. А можно мне как-то найти это окно? Ладно, я, пожалуй... она имела в виду это окно. О, кстати, слушай, так это же замечательно. Отличное место для прокачки. Тут же куча всяких слаймов. И халявная кирка. И вещи, кстати, халявные есть. Открывайте. Я говорю, открывайте. Чего они ко мне не идут? Ну? Ну как ты это делаешь? Вот как он это сделал? Это же слайм сраный, как он обоссаться смог вообще? Вот эти вещи, кстати, можно себе забрать. Пожалуй, так и поступлю. Все. Я пошел. А! Момент. Это я тоже забираю. Пригодится. А это что за палка? А, это кирка. Немножко грабанул ребят, но я думаю, они против не будут. А я пойду обратно домой там. Надо кое-что наладить. Так, здесь будет стоять столик секс... с аксессуарами. Здесь будет стоять вот это, чем бы оно ни было. Здесь будет стоять вот это. Почему нет? Здесь будут стоять бутылки. Так, где-нибудь здесь будет, хотя нет. А, это полотенце. Полотенце. Ну, пусть будет тогда здесь лежать. Почему бы и нет? Так, что мне еще не надо? Мне не нужна метла. О, шкафчик. Так, метла будет стоять здесь. Кусок руды, ну, подождет. Кости. Надо где-то... найти место для мусора. Чисто для мусора. Пока будет здесь, наверное. Сердца всяких панков там. Вот. И туда-сюда. У меня даже есть пояс. Оп. О, у нашего мутанта есть тело, но нет головы. Великолепно.
Ладно. О, мы левелапнулись. Клёво. Так, тактики, наверное, прокачаем, да? Больше урона будем вносить. Класс. Это у нас, получается, третий левел, да? И фитсов нам не дают пока. Ну ладно. Пойдемте попробуем, наверное, зачистить все-таки эту подземку. Подземка, подземочка. Ах, факела не выкинул. Ладно. Ау, ау, охренеть. Ну где? Ну да, да, засада, конечно. Все, это смерть. Он нас закидает сейчас камнями своими сраными. Зашибись. Круто. Игра опять за свое. Я надеюсь, лут сохранился. Да отвалите! Как же они обожают вставать на пути. Просто хлебом не корми. О! Игрок идет. Надо встать на пути обязательно. Святое дело. О, у нашего персонажа появилась башка. Хоть какие-то более-менее хорошие новости. Хотя и не факт. Это что? Это мусор. Мусор нам не нужен. Нам нужен ты. Так, перчаточки. Лук, щит, стрелы. Плащик. Это что? Кровать? Нет, спасибо. Вот стол со стулом я точно забираю. И факел. Не-не-не, ребят, давайте без меня. Хотя... Давайте без меня. Я пойду вещи отнесу лучше. Будем наш дом улучшать. Да-да, твянь. Так, стол, да? Стол будет стоять здесь. Стул будет стоять здесь. Это мой стул. Так. Стол не реагирует. Ну и ладно. Факелы. Так, факел, факел, факел. Факел будет стоять здесь. Один. Отлично. О, хасик. Другой будет стоять здесь. Еще один поставим здесь. Хорошо. Так, что еще есть у нас? Такого не особо нужного. А в принципе все, да? Ну и ладно. Щит возьму в руку, почему бы и нет. На башку ничего надеть не дают, зато мы можем стрелять из лука. У нас даже есть стрелы. Надо будет как-нибудь попробовать скрафтить стрелка какого-нибудь эдакого. Ой, денежки дали, да? Клёво как. Пойду дальше слаймов резать. Да хорош! Слаймы! Вы где? А, попались. Давайте по очереди, по очереди. Фонарь. Прихвачу. Ну, тут важно просто следить за здоровьем. Туннель, в принципе, прямой. И дальше появится один... Гадкий ублюдок синий, вон он. Который плюется кислотой или что-то вроде того. Ну, я надеюсь, мы сможем. Нас убьют, если не произойдет чудо. Я понял. Я пошел. До свидания. Вы закрыли дверь, слайм ее открыл. То есть можно так вечно делать. Ты дверь закрываешь, он открывает. Великолепно. Так, и он исчез куда-то. Очень странно. Подозрительно. Так, пожрем. Пожрем еще. Ах ты, тварь! Это нечестно. Взялся из ниоткуда. Парюга. Ну нет, я это просто так не оставлю.
Где мой лут? Вот мой лут. Правда, его тут маловато. Хотя вещи-то на мне. Так, ну и чего, он придет к нам драться? Или мы придем к нему? Мы придем к нему. Ну я тогда, пожалуй, дальше не полезу. Думаю, я лучше левел качать куда-нибудь. Мне надо хотя бы покрывать этих гребаных собак. Нас деньги украли. Собаки. Надо поесть. Похавать и качаться и качаться. Нас чуть не убила коза. Круто. Что тут сказать? Ну, понятное дело, если один краб там бронебойный. Он как бы в панцире, всякое такое, да? Но вот когда тебя насилует сраный кролик, это как-то перебор. Чуть-чуть, там, самую малость. А, ну да. Фу. Получилось убежать. Чашка, давай. А, это корзина пустая. Ну, в принципе, ладно. Тоже сойдет. Жалко, они просто взрываются. Они оставляют после себя хоть что-нибудь. Мясо там, например. Эй, я же здесь быстрый. Какого хрена ты от меня убегаешь? Она нас еще и лупит. Зашибись. Зашибись. Крыса оставила запчасть. О, вот этот краб нас похоронит, да? 3 хп. Нет, это я его похороню. По-моему, пора сходить, эй, поспать. Да отвалите. Да-да, мультипликаторы туда-сюда. Где здесь местная эта самая забегаловка? Вроде она. Я тут вздремнул. Еда же у нас была, так что норм. Мы хотя бы инвентарь не теряем. Сон. Та-та-та, ты кто? По крайней мере, мы более-менее выспались. Пожрем травы. Стошнило. Дважды. Ну ничего, у меня другая еда есть. Морджа. Все еще голодная. Все. Извините, что наблевал. Вернее, наблевал, а? Ну ладно. У меня есть работа, которую нужно выполнить. Она называется прокачка. Я хожу на нее практически каждый день, и да, этот день настал, наконец-то. И благословение какое-то дали. А, кстати, вот они, где эффекты-то отображаются. Удивительно. Тактика. Вернее, тактики. Или все-таки лучше качать... ближний бой чисто. Давайте вот это прокачаем. Почему бы и нет? Четвертый уровень. Мне нужен пятый. Мне нужен хотя бы один фитс. А ты кто? Возможно, вы победите. Ну, попробуем. Клево. А этот какой-то неагрессивный. Давайте это исправим.
Может быть, ты попадешь по нему для начала? Так-то лучше. Гриб. О, демон голода. Он до нас дотронулся, вы чувствуете голод. Сейчас я тебе покажу голод. Ладно, не покажу, в другой раз. Да-да. Нас лупят сразу двое. У нас еще деньги свистнут. Ну, скотина, ну найду, покараю. О, деньги. И хавчик. И демон голода, который не умирает вообще, я, пожалуй, пойду. Что-то они какие-то здесь все сволочи слишком. Вот эти нормально умирают, вот это совсем другое дело. Подошел, вломил, пошел дальше. Лутанем, конечно. Ну тут какие вещи прикольные выпали. И каска тебе, и не каска. Роба отличная, тканевая. Ну я уж лучше легкой броне обхожу. Я надеюсь, из-за того, что у нее в руке щит, урон теперь не скалируется и не пляшет от этого. Хотя от этой игры можно ждать подобного. Как там пить-то? А. Ну да. Четвертого уровня, наверное, не хватит для квестов. Так что я, пожалуй, знаете, как сделаю? Я пойду вот сюда. Убью здесь, кого смогу. Заберу кое-какие вещи. Постараюсь не сдохнуть. Ой-ё. Там это плевательница. Да хорош! Все, ты встрял, ублюдок. Это что? Выбираю. Все. Такой маленький походик в данж. Прямо-таки крошечный. Где здесь? Мадам. За 558 голды идентифицирует все. Давай. Пойду продавать. Да хорош встречать меня в этом странном городе. Идешь куда-то, и тут тебе в лицо какая-нибудь котина обязательно упрется. Так, ну, все это говно стоит копейки. Хотя я вижу что-то за 5000. Извлечение коррупшена. Я, пожалуй, приберегу это зелье. А вдруг пригодится. Ублюдок спит. Посыпайся, скотина. О, он проснулся, наконец. Так, у меня для тебя вещи. А, забирай. Камни металлические. Забирай. Бронзовый клинковый лук. Сказать. Я лучше его напялю. Зелье. За 5000 забирай. Salt solution. Это как? Просто соль. А. Свиток магической карты за 48 и за 44. Посмотрим, сколько за них даст маг местный. Кто из вас маг местный? Ты вроде. Да. 48-44. Забирай. Оба. Поушены. Оставлю. Еду оставлю. Ставлю кирка за 38. Айронворк, забирай. Фонарь оставлю. Сердце крысы забирай. Корзина. Домой притащу. Руда по 18 забирай. Ну, вроде более-менее. Жить как-то можно. Как-то можно жить. Да.
А чего я сюда приперся? Мне же нужны квесты. Охота. Да. Чё? А, оно спит. Ну просыпайся давай быстрее. О. По поводу работы, поехали. И сразу игра преподносит нам подарок. А может быть и нет. Но попадать, видимо, она не планирует сегодня. Паук стоит в метре от тебя. Почему ты не можешь в него попасть наконец-то? В этом мире пытается убить ее все. Даже бабочка. Меткость. Наконец-то. Это кошмар. А, да, кстати, надо лук надеть. Другой. Давай-ка бронзовый. 3D1. Плюс 2. А тут 2D5. Ну вот хрен его. Лук-то прикольный. Ну, 3... Мы кидаем 3 кубика D1, по сути. Здесь мы кидаем 2 кубика D5. Так что... По-моему, здесь... А что у нас может выпасть на D1 вообще? С какого хрена там D1 взялся? Фигня какая-то. Давайте лучше с этим ходить. Где враги-то? Где все? Ух, ни хрена себе. Сердца бабочек. Знаете, в чем проблема? В том, что когда ты заходишь сюда, с музыкой, то музыкальное сопровождение, когда ты убиваешь всех врагов, меняется. Таким образом можно определить, выполнил ты квест или нет. А когда играешь без музыки, немножко проблематично. Самую, так сказать, малость. И где наш квестодатель? А, вижу. Деньги давай. Ни хрена себе. Вот это у них тут зарплата. Платиновая монетка. Ну, пригодится. У нас, кстати, есть еда. Я пойду, наверное, схожу до нашего дома. О, а что ты продаешь? Кольцо. Она не носит кольца. У нее есть только тело. Хотя и не факт. Алебарда мне точно не нужна. 1D32 плюс 4. Ни хрена себе, за 9000 у меня денег таких нет. Могу тебе продать что-нибудь. Шапку, например. Хочешь шапку? Не хочешь шапку? За единичку я тебе ничего не продам. Охреневший. Шапку он за единичку захотел. Капец. Вот, корзинка на столе пусть лежит. У нас даже в доме поуютней стало, представляете? Так. Дайте подумать. Что, я приперся? А, да, мы же можем теперь готовить. Я могу, кстати, с собой костер забрать. Можно пожарить орешки. Наверное. Тарелка здорового салата. 3-го ранга. Ну, мы не хотим жрать. Каш-то. О! Зарплата пришла. Так, ладненько. Ну, было довольно весело. Продолжим с вами в следующий раз, но пока что такие дела.